А, нет, я понял, в чем прикол. Ладно, давайте покупаем, короче, 6. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Кутик Попов на связи. И сегодня у нас выходит новое, замечательное, очень топовое видео, а главное по Бисмусу. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также отвечаю тебе на часто твой задаваемый вопрос. Костя, как же попасть к тебе в друзья? Тогда отвечаю, тебе нужно описать мой прошлый ролик, о чем я там рассказывал, что я там делал. Ну и в конце указать свой ник в Roblox. Сегодня буду всех принимать на Костю Попов, то есть на свой основной аккаунт. Так что обязательно дерзай комментарии, всех читаю, всех лайкаю. Ну и также некоторым отвечаю. Ну а что ж, погнали к ролику. Хочу сказать сразу, за этот ролик бы, ребята, я бы хотел набрать, ну давайте наберем, ну, лайков 202 лайка. Как только наберем 202 лайка, так сразу выпускаем новый топовый видеоролик. Ну что ж, погнали к ролику. В общем, ребят, сегодня я буду делать, как вам и обещал, потрачу медик опять же, хочу вкачать уже вторую пчелу на 19 уровень. Также, что я хочу еще сделать, покажу вам, в принципе, что у меня есть, что у меня нету. Ладно, погнали, короче, закупимся. Вроде как, сколько мне надо? Давайте сейчас нажмем, вот. Мне нужно 7,5 триллиона, то есть 75 миллиардов, так я понимаю. В общем, сейчас покажу, что надо. То есть 7,5 триллиона мне нужно на одну пчелу. Сейчас у меня имеется сколько? Сейчас мы это посмотрим. Итак, и у меня имеется, давайте, сколько, а, вот, да, мне чуть-чуть, получается, не хватает, скорее всего, да, если я не ошибаюсь, давайте, короче, попробуем купить сейчас, вот столько, вот, а, нет, я понял, в чем прикол, ладно, давайте покупаем, короче, 6, что за бред, а это по 1 миллиону, так, по 1 триллиону покупаем, ребятки, и мне нужно, если я не ошибаюсь, мне 6 триллионов хватит. Так, давайте вот так вот. И 6 триллиончиков у меня на балике. Так что мы идем, ребятки, прокачивать еще одну пчелу 19 уровня. Ребят, пишите, какую следующую пчелу мне качать. Мне всегда интересно знать, какую же мне прокачать. Но в этот раз я хочу, ребятки, прокачать себе пчелу котенка. Обязательно хочу ее прокачать. Так что мы берем, ребят, и прокачиваем котика на 19 уровень. Давайте. Раз, два, три. И теперь у нас еще и пчела-котик 19 уровня. Это максимально круто. Теперь у меня 2 пчелы. Теперь я такой-то крутой. Ну и также, что у меня еще? Джинджербредов. Теперь у меня уже больше. Теперь у меня их 221. Это офигительно классно. Мне это максимально очень нравится. Также мне нужно выполнять полярные квесты. Чтобы выполнять квесты... точнее, отдавать подарки, наряжать елку, нужно проходить еще там квесты. Я вроде бы на 12-м или уже больше что. Короче, не помню, какой это квест, но вроде бы 12-й. Также, ребят, извиняюсь за прошлый ролик. Я сказал то, что все пройдут, точнее, 50% пройдут этот подарок. Этот подарок пройдут действительно очень маленький, ну, типа, очень маленький шанс игроков. Но я думаю, процентов из всей игры, как вы говорили, то, что там 1-0-1%. Нет. Ребят, сейчас же очень много ребят, которые прокачанные аккаунты, там вот это жесткое все. Так что, я думаю, процентов 5 точно набежит, которые пройдут этот подарок. Так что, в принципе, как-то так. Что я хотел вам еще показать? По бир-каталогу, ребят, не знаю, может, давайте скупим на видосике или не надо, хрен его знает. Но я бы купил, честно, снежинок у меня пока достаточное количество, поэтому можно что-нибудь купить просто так, чтобы оно было. Давайте раз, покупаем, два, покупаем, блин, 5 джинджербредов. Это для меня целый день игры. Ну, это капец какой-то. Ну, блин, пришлось, приходится тратить. Ну, ничего страшного, в принципе, потратили. Потом есть еще это на фарм. Также мне еще для квеста, что там нужно для полярного квеста. А, да, мне нужно скорпионов убить. Даже не знаю, что и показать, ребят. Пишите свои идеи роликов, потому что я, честно, не знаю, что вам показывать. Это, ну, грубо говоря, вот показывать, как я прокачиваю пчел. В принципе, ну, мне это нравится, ребят. Вам как? Нравится? Нет? Также я хочу еще найти, получается, Кугмуверса, потому что мне нужен Кугмуверс Голден. До сих пор это не прошел.
как вы помните, в прошлой серии, это сколько дней назад-то было, кто напишет, ребят, сразу добавляю в друзья. Не помню, когда это уже было, но надо как бы выполнить. Что я выбираю? Вот, 800 тысяч мне нужно сложить в инвентарь, ну, то есть в мой улей. Так, давайте, Diamond B, Tabby B, конечно же, потому что мы ее прокачали, мы такие вот крутые, так, и тут что у нас? Биатака, один критикал, ну давайте возьмем, почему бы и нет. И давайте сейчас попробуем найти Кугмуверса, не знаю, заспавнится ли золотой Кугмуверс. Мне кажется, скорее всего нет, кстати, вот это поле почему-то, а, понятно, тут улитка бегает. А, давайте еще посмотрим по полям, тут пока ничего я не нахожу, пока ничего нету. Давайте попробуем найти, потому что очень мне он нужен, потому что сразу квеста нета я пройду, если убью этого Кугмуверса. Так, вот здесь он есть. Блин, пока они не спавнятся, походу. Походу так. Ладно, пойдемте, короче, или спавнятся. Нет, пока не спавнятся. Кстати, почему-то странно, почему они не спавнятся. Они вообще должны, как только ты запускаешь раунд, они начинают на каких-то полях спавниться. Но пока они не спавнятся, вот мухи уже в над... прилетели ко мне, а остальное еще нет. Давайте, короче, ребят, тут зафармим этот квестик. Нужно мне конвертировать 800 тысяч меда в мой улей. Так, давайте быстренько это выполним. Да, потому что, ну, очень бы хотелось это быстренько все пройти. Вот этого Кугмуверса, короче, нужно будет заняться мне квестами после видосика и обязательно это все выполнять, потому что, ну, я не знаю даже, что еще и записывать. Потому что, грубо говоря, все, что можно было снять, уже сняли. Но я уверен, что, ребят, у вас есть какие-то идеи, которые вы можете предложить. И, ребятки, я обязательно засниму эти темы роликов. И мы вместе с вами, ребят, вместе с вами заснимем этот видеоролик. Ну, то есть я для вас его сниму. Потому что многие задаются вопросом, уверен, что у кого-то хоть какие-то либо вопросы есть. Так что как-то так. Давайте, короче, пойдем. Да что это? Ты серьезно? Мой Diamond Drain, то есть у меня упал алмазик, который вот этот кристаллик, и просто весь мед конвертировался, боже, как это было сейчас неудобно. О, Кугмуверсы начали спавниться, я так понимаю, да? Ну пусть они пока его убивают, мне особо квест этот, ну как-то все равно на его выполнение, но я бы хотел найти золотого Кугмуверса. Пока я его не нахожу. Так, тут нету, тут нету. И тут, скорее всего, его тоже нет. Ну, давайте просто посмотрим, мало ли он реально там будет. Так, нету его, да ё-моё. Ну, вот что это такое? За шо? Ну, за шо так? Может, на других полях? На других полях тоже Кугмуверсов нету. Жалко, жалко, очень жалко. Ладно, давайте попробуем опять же нафармить на поле. 800 тысяч. Блин, а мне может Плентер помочь? Нет, я не могу собрать плентер, пока не пройду, получается, вот этот раунд у робот-медведя. 2 минуты остается, нужно нафармить 800 тысяч. Просто 800 тысяч конвертировать. Ах, это вообще не тяжело должно быть. Но как только, как я фармлюсь, это капец, оно просто конвертирует мед. Не нужно конвертировать мед, пожалуйста. Это вот у меня впервые так надо, чтобы оно не конвертировало, пожалуйста. Не конвертируй мед. Нет, это, конечно, жестко, ребят. Это жестко. Так, давайте сейчас пройдем его. Чуть-чуть остается, совсем чуть-чуть. Так, 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 так. Но вот оно вообще не собирает. Вообще ноль. Давай. Не, ну если бы пчелы давали еще и бафы, это было бы максимально быстро. А так они, ну что это? Ну почему оно так работает, да? Так, пчелу медведь даже подобрал. Должно справляться. Ну вот что это? Ну это приколы какие-то, ребят, честно вам скажу. Да ё-моё, у меня пчелы возле меня пролетают, и по ним попадает палочка. Вот сам снаряд палочки. И у меня сразу начинает конвертироваться мед. Ой, конвертироваться поля в мед. Нет, это очень тяжелый квест. Именно для того прокачек, где я, это очень тяжело. Все, 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 800 тысяч. Если, не дай бог, оно сейчас очистится, я реально бомбану. Так, ладно, оно пока не очищается, пока что. Я надеюсь, что оно не очистится. Так что мы летим на улей. Давайте сдадим 800 тысяч. Так, все, сдаем. Опа,
И сдаем медик, все максимально. Две пчелы мои быстро сдают, все. Мы получаем, конечно, клуб Мумерс я не нашел, но, в принципе, вышел вот такой вот ролик. Самое главное, то, что мы прокачали вторую пчелу уже на 19 уровень. Огромное всем большое за просмотр. Завтра увидимся на новом топовом ролике. На связи был Костик Пау-Пау. Всем пока-пока. Оставайся добрым, будь мудрым.